«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, в эфире «Правда шансона», с вами Аня Каверина. Вся правда шансона. Люди, рожденные в марте, счастливее тех, которым не повезло родиться в этом месяце. К такому выводу пришли ученые из Британского университета. В ходе исследования выяснилось, что дети, рожденные весной, не только гораздо оптимистичнее появившихся на свет в другие времена года, но и большего добиваются в жизни. Прямо как наш именинник. По легенде, которую рассказывает моя мама, я петь начал раньше, чем говорить. То есть я стоял там уже в кроватке и пел, но еще не разговаривал. Поэтому с 5 лет, естественно, куда отдадут ребенка, то есть фортепиано с 5 лет, что было кошмаром, конечно. То есть ты сидишь, плачешь, там наяриваешь, а там пацаны играют в футбол. Но, несмотря на это, становиться исполнителем Гарик не собирался. После окончания школы Кричевский поступил во Львовский государственный мединститут, который с успехом окончил в 82-м году. Вот я поступил и в графе «Чем вы можете заниматься?» Я там написал, я играю на гитаре. И меня тут же дернули в вокально-инструментальном ансамбле. В первый день и в приказном порядке мне сказали: «Уважаемый Георгий Эдуардович, вы должны создать вокально-инструментальный ансамбль, который должен победить на конкурсе «Весномедика». Должен победить». После завершения учебы в мединституте Кричевский некоторое время работал врачом-рентгенологом во Львовском диагностическом центре. Но к концу 80-х годов прошлого столетия Гарик принял решение оставить медицину и всерьез заняться музыкой. Сложилось все круто, теперь он певец и поэт. Звучит на душевной волне, на работе и дома. Через некоторое время начинающий исполнитель стал активно давать концерты, которые и принесли ему достаточно быструю известность в родном городе. А после того, как музыкант выпустил в начале 90-х годов прошлого века 2 альбома «Привокзальная» и «Киевлянка», о молодом и весьма талантливом шансонье заговорила вся Украина. И понеслась беспокойная гастрольная жизнь, которая продолжается и по сей день. Как всегда в гастрольной пыли, в город Киев прикатили. Дамы, господа, встречайте нас. О любви и коммерсантах, о братве и иммигрантах пропоем сегодня мы для вас. За годы активной творческой деятельности Гарик записал 9 альбомов и дважды стал лауреатом премии «Шансон года». Герои его песен – люди, которые живут рядом. Он поет о любви, дружбе, о том, без чего мы все не представляем свою жизнь. Мы от души поздравляем Гарика Кричевского с праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия и больших творческих успехов. Ты родился, Гарик, на грани. Вот он март, вот апрель. Твоя музыка вечно с нами. Правда. Просто поверь. Я тебя, мужик, поздравляю. Вот души моей крик честный. С песней в жизни ты ходишь по краю. С днем рождения, Гарик Кричевский. Вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку, поздравляйте звездных именинников Шансон ТВ и до скорого. Вся правда шансона. Шансон ТВ.